наши друзья. Да, покажи, это очень... Дай мне... Это очень интересная вещь, потому что, ну, все слышали о Туринской плащанице. Плащанице Христа. И знаете, что на плащанице, когда Христа воскрешали, прилетевшие на тарелочке, от потоков энергии, которые шли, остался след его тела. Вот, и его цепи хранили как святыню. Вот на этой плащанице осталось отражение, негативная голограмма изображения Христа. Так вот, это тоже голограмма вот таких... Чуть-чуть, подожди, Коля, обратно, и чуть-чуть, я скажу, куда двинь. Сейчас вот я вижу половину лица, сейчас плащаницу, дальше, давай двигай. Стоп! Вот, сейчас лицо видно. Вот, это тоже голограмма. Таких голограмм всего существует две в мире. Вот, одну из них подарили нам. Теперь его медленно так покрути, знаешь, с одной стороны в другую, вот, чтобы видите, было видно, как он меняет. Настоящее лицо Христа, которое фактически, мы одни из первых увидели, настоящее лицо Христа, восстановленное тоже. Еще. Восстановленное через... Ой, подожди, теперь обратно чуть, стоп. Восстановленное по его голографическому изображению, негативное изображение на плащанице, вот настоящее лицо. То лицо, которое Христос имел в реальности, не то, которое они, как его представляют, ему и так далее. Ну вот, я тоже думаю, будет вам любопытно. Это очень интересно. Вот.